Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу 4-й международный форум «Арктика. Настоящее и будущее». Международная конференция собрала более 500 делегатов из 30 регионов России и 20 иностранных государств. За два дня делегаты планируют обсудить вопросы рационального освоения природных ресурсов, решения социально-экономических проблем арктических территорий, развития транспортно-транзитного потенциала и энергетического комплекса Арктики. Ненецкий округ на конференции представляет официальная делегация во главе с губернатором Игорем Кошиным. Началось мероприятие с пленарного заседания по вопросам государственной политики в сфере устойчивого развития арктической зоны. На международном форуме работает наша съемочная группа. Слово моей коллеге Алине Вучейской. Вся суть в том, что развитие Арктики невозможно без четырех составляющих. Это как раз экономические ресурсы, экология, логистика и международное сотрудничество. Для этого нужно создать централизованную комиссию по развитию арктической зоны. Об этом заявил Артур Челенгаров на пресс-конференции, которая как раз прошла после пленарного заседания. Сразу после нее участники форума при обходе стендов, в которых представлены все субъекты страны, входящие в арктическую зону, смогли познакомиться с культурой и этносом этих регионов. Стенд Ненецкого округа вызвал самый большой ажиотаж. Наверное, связано с тем, что мы единственная площадка, у которой было организовано прямое включение с Ненецким ЧУМом, в котором наш известный шаман Николай рассказывал всем людям только хорошее. Целая очередь выстроилась. В общем, всем понравилось. Завтра с докладами о развитии регионов выступят губернаторы Мурманской, Архангельской, Омской областей, Красноярского края, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Главным итогом работы форума станет резолюция с предложениями и рекомендациями, которая будет направлена в органы государственной власти. Она поможет совершенствовать законодательство и государственное регулирование в сфере устойчивого развития Арктики.